вишневий цвіт, як білий сніг, ліг на поріг. Курдевить ніжністю пелюсток поміж вік. Земля воскресла, я вдивляюся на схід, а за вікном в кровавих чоботях сусід. І я шаную це життя як Божий дар. Я знаю, вистачить трави для всіх отар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, щоб відділити би ягнят від баранів. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Участвовал в незаконных формированиях иных государств, да, вот есть такой российский закон, вот, в связи с этим меня должны лишить гражданства. Бородай сказал, что если его лишат гражданства, это будет ужасно, человек будет без гражданства, и он мне предоставил гражданство ДНР. Вот после этого я бежал, ну, незаконно бежал из Латвии в Республику. Я стрелок, старший стрелок. Я старший стрелок. Ребята, не унывайте, победа будет за нами. Россия никогда нас не оставит, Россия никогда нас не сольет, да, и мы победим. Я верю в то, что Донбасс и вообще в целом Новороссия войдет в состав РФ и станет частью русского мира, не будет никакой межнациональной розни. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Долбежная агрессия в Донбассе вызвала! Мы не просто... отобьем бандеровскую атаку, а мы пойдем дальше, на Мариуполь, на Славянск, на Харьков, на Киев. И тогда не только оккупированные территории Донбасса и всей Новороссии, но и мать городов русских будет полностью освобождена от проклятой бандеровщины. Я часть русского мира, да. Я русский житель Латвии. Вот это снаряд, да. Осколочно-фугасный, да? Я прибыл на Украину и консолидировал русскоязычное население Украины, да, для насильственного захвата власти и подрыва территориальной целостности Украины. Ты не слишком его, а? Самый раз. Как бы международного конфликта не вышло. Он сказал, что он русский. Наврал. Теперь его объявили в розыск Интерпола. Покрываем наши САУ травой и различной, так скажем, листвой, да, или хворостом, да, камышом, чтобы во время боевой стрельбы ее не смогли бы заметить беспилотники. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Победы! Я хочу, чтобы мы почтили память наших дедов и прадедов, а также использовали бы их опыт в борьбе с современным евроамериканским и бандеровским фашизмом. Уважаемые товарищи, враг будет разбит! Победа будет за нами! Ура! Ребята, не унывайте, победа будет за нами. И Россия никогда нас не оставит, Россия никогда нас не сольет, да, и мы победим. Совершено очередное чудовищное преступление против русского народа, против трудящихся постсоветского пространства и против всего прогрессивно мыслящего человечества. Позавчера определенные российские структуры подло, тайком, под шумок пандемии коронавируса выслали из страны знаменитого казахского ополченца Донбасса Евгения Щербака, на которого в Казахстане заведено уголовное дело по статье 172 «Участие в вооруженном конфликте иностранного государства». Что ж, обычные дела нас с тобой наебали. Решительно осудил фашистский антинародный путь, который произошел в феврале 2014 года. Этот фашистский бандеровский путь, организованный украинскими олигархами при поддержке проклятых евроамериканских империалистов. Этот путь явился, этот Майдан, Евромайдан явился. Сегодня я буду кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Уважаемые товарищи, для меня получить
паспорт Донецкой Народной Республики – это высочайшая честь. Я хочу поблагодарить президента Донецкой Народной Республики Александра Захарченко за то, что он подписал указ о срочной выдаче мне паспорта Донецкой Народной Республики. Это очень необходимо, поскольку я до сих пор являлся гражданином Латвии.